Вода в кранах жителей больше, чем полусотни домов по улице Новой пропала накануне после обеда. Лишь поздно вечером специалисты установили причину – порыв водопровода. Он был проложен еще в 80-х годах прошлого века, с тех пор трубы не менялись. Поэтому аварии подобного рода не редкость. Точно не знали, то ли в колодце, то ли по трассе вода набиралась в колодец. Потом, что выяснили, что по трассе все-таки начали греть трассу. Сегодня вот пригнали технику, начинаем скрывать. По вскрытию уже будет, уже как бы понять, более видно, где, чего и как, и что случилось. Чтобы устранить аварию, потребовалась тяжелая техника. Своя в сельсовете есть, но именно сейчас находится на ремонте. Ситуацию осложнили и установившиеся морозы. Почва промерзла больше, чем на метр. Поэтому пришлось ждать экскаватор с отбойной установкой. Он прибыл лишь сегодня около 5 вечера. А до этого времени кострами отогревали место, где, по предположениям, произошел порыв. Планируем вообще как бы сегодня это закончить, но все зависит от того, как быстро раскопаем, разберем. Дать воду и заварить, я думаю, проблем особо не будет. Воду сейчас жители набирают у знакомых на соседней улице или ходят на колонку. Она находится в нескольких сотнях метров. Конечно, в минус 30 это крайне неудобно, но в сельсовете утверждают, что сделают все возможное, чтобы как можно скорее устранить аварию. Наталья Чудина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.